У Марины Любимовой много друзей и знакомых. Ее ценит не одно поколение выпускников школы имени Кольченко, где она была директором без малого 10 лет. Но главное ее увлечение – открытие миров. Я вообще как бы всегда говорю про свои выставки, что это выставки путешествия. Для того, чтобы показать, где я была, и людям показать там, где они не были. На берегу моря уже характер меняется, и все становится таким очень серьезным, очень где-то, с одной стороны, суровым. Но до тех пор, пока не выглянуло солнце. В своих работах Марина рассказывает о путешествиях и позволяет зрителю окунуться в атмосферу тех мест, которые посетила. Таким образом, художница создает своего рода виртуальный тур по самым красивым уголкам нашей планеты. Хочется увидеть вот именно какую-то свободу, свободу для глаз, для души, окунуться, знаете, в какую-то чистоту и тишину. В каждом ее городском пейзаже обязательно стоит церковь. К церкви ведут дороги и тропы. Это мир Марины Любимовой. Здесь на выставке можно увидеть и милую сердцу автора уголки родных мест. Город Мытищи с его уютными двориками, бульварами, храмами и город детства Сергиев Посад. Посетить выставку можно до 5 мая в городской галерее искусств. Сергей Берзин, Максим Силаев, Первый Мытищинский.